Это кольцо миллиона лет? Невероятно, Тансан получил духовное кольцо в миллион лет и достиг 99 ранга. Поглощение было сложным, однако оно того стоило. Теперь у Тансана полный набор духовных костей. Помимо внешней паучьей кости, всего 6 костей. Интересно, сможет ли он призвать свой доспех, что появляется в результате слияния всех костей. Раньше он был неполный, но получив последнюю кость туловища от короля китов, Тансан достиг невероятной силы, а внешняя кость сможет объединить все его кости воедино. Итак, Тансан официально стал несравненным титулованным 99 ранга. Свои 25 лет он в одном ряду с такими выдающимися мастерами, как Танчень, Бо Сайси, Бибидун и Тяндаолю. Хотя на самом деле он будет посильнее последних двух, а может быть даже сильнее Танченя. Получив кольцо и кость миллион лет, насколько он стал силен? Превзошел ли он своего прадеда Танченя? Напишите в комментариях, что вы думаете. Например, сильнейшая техника Великий Молот Сумеру полностью зависит от колец. Чем они лучше, тем больше силы проявится. У Танченя точно не было кольца в миллион лет. Но представьте, что будет, если Тансан решит взорвать свое девятое золотое кольцо на молоте от Чуда Кита. Энергия, которая последует в результате, вполне достигнет уровня бога, и даже больше. Уверен, ее хватит, чтобы полностью победить богиню Тяньрэнсюэ. Все же кольцо в миллион лет сильно превосходит любые красные кольца 100 тысяч лет. По сути, мы и представить не можем мощь золотого кольца. В будущих битвах Тансана мы увидим его настоящую силу. Теперь у Тансана на молоте чистого неба 9 колец. Официально он титулованный сразу двух духов. Однако 10-е кольцо будет только одно. Не будет 10-го кольца на молоте чистого неба и 10-го кольца на синесеребряном императоре отдельно. Хотя идея, конечно же, неплохая. Завершив 8-е испытание, Тансан вернулся на остров морского бога. Его ждет последняя миссия – принять наследие морского бога. Это и есть 9-е испытание. Бо Сайси, как жрица острова, руководила всем процессом. В анонсе показано, что Бо Сайси принесла себя в жертву. Все были расстроены и плакали. Особенно Тансан, который даже был недоволен морским богом. Но на самом деле это был выбор Бо Сайси и ее собственное решение. Морской бог не требовал, чтобы она умирала. К тому же, попрощавшись со своим любимым Танченем, по сути Бо Сайси больше ничего не держала в этом мире. Она была рада помочь появиться новому морскому богу. Энергия разбитых колец Бо Сайси пылала, как и она сама. Божественность и достоинство в ее выражении лица постепенно угасали. Глядя на Тансана, все, что осталось, это ее добрый взгляд. Нет! Тансан хотел закричать, но не мог произнести ни слова. Золотое пламя, пожирающее Бо Сайси, стало ярко-золотым, а ее тело постепенно тускнело. Вот ее последние слова. «Дитя, не грусти, это моя миссия. В тот день, когда я стала верховным жрецом острова, я знала, этому дню суждено было наступить. Я не только защищаю остров, распространяя свет морского бога, также я стала проводником морского бога нового поколения. Теперь все это выполнено. Дальше ты можешь полагаться только на собственные силы. Я прожила более 100 лет. Не нужно грустить, Тансан. Я должна выполнить миссию, данную мне морским богом. Это же сделал Тяндаолю для своей внучки Тяньрэнсюэ, используя наши тела в качестве моста, чтобы привлечь истинную божественную силу, помогая вам завершить наследование божественности. Только теперь Тансан все понял. Сначала он не знал, что Бо Сайси должна умереть ради него, что наследие морского бога требовало жизни титулованного 99 ранга в качестве проводника. Потом Бо Сайси добавила, «Даже если у тебя больше нет помощи трезубца, я уже видела, как ты творишь чудеса. Я верю, что этот раз не будет исключением. Ты должен добиться успеха. Ты должен стать настоящим морским богом. Увидеть, как ты делаешь последний шаг, мне повезло даже больше, чем Танченю. Иди, дитя, используй свою силу, мужество и безграничную волю, чтобы принять последнее испытание морского бога. Желаю тебе успеха». Ее тело уже постепенно исчезало, а энергия стала безжалостной, полностью поглотившей Тансана. Его сердце сейчас сильно болело, смерть Танченя так расстроила его, и теперь Бо Сайси, жертвуя собой ради него, была подобна кинжалу, пронзающему его сердце. Небеса были слишком несправедливы. Тансан взял себя в руки и решил во что бы то ни стало выполнить последнее желание Бо Сайси. Ее жертва не должна быть напрасной. Внезапно золотое пламя померкло, и перед ним появились врата чистого золотого пламени. Тансан понял, что Бо Сайси променяла свою жизнь на врата наследства морского бога. Она открыла эти ворота. Сделав глубокий вдох, Тансан сжал трезубец в правой руке и шагнул в эти золотые ворота. Перед ним открылся совершенно другой мир, весь наполненный пронзительной синевой. В отличие от ангельского святилища, где Тяньрэнсюэ унаследовала бога ангелов, Тансан прибыл в подводный мир, потому что морской бог принадлежал океану.
Конечно, этого океанского мира не существовало в реальном мире. В это место можно было попасть только через ворота наследия морского бога. А на самом дне безмолвно стоял огромный дворец. Это был настоящий храм морского бога, место наследования его божественности. Однако вокруг храма стоял божественный барьер. Войти в него можно было лишь тому, кто имел сердце морского бога. Сначала Тансан хотел разрушить его своей силой. Но голос сказал, что разрушив барьер, храм морского бога будет также разрушен давлением воды. Тансан потерял сердце морского бога, и он решил, что лучший способ решить эту проблему – доказать этому барьеру, что он является кандидатом на роль морского бога, что он был избран морским богом. Тансан влил всю свою ментальную силу в клеймо трезубца на лбу. Как и ожидал Тансан, он слегка задрожал под светом морского бога и начал медленно смягчаться. Под влиянием света морского бога, Тансан в итоге преодолел этот световой барьер и вошел в храм. Тансан увидел настоящего морского бога, не как раньше, иллюзию или остаточную энергию бога. На этот раз появился живой морской бог. Тансан не поклонился, потому что был возмущен жертвой босса Си. Им было о чем поговорить, как богу и его преемнику. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о силе Тансана и его кольце в миллион лет, а также наследовании силы морского бога. Подписывайтесь на канал и всем пока.